Здравствуйте, дорогие ребят! Мы с вами снова продолжаем наше занятие по геометрии 11 класса. И на прошлом занятии мы с вами проходили тему «Разные задачи на многогранники, цилиндр и конус». Сегодня мы пройдем его продолжение. Цели и задачи нашего урока — это повторить формулу площади поверхности и объемов многогранников, цилиндра и конуса. Решать разные задачи, в том числе практические, на нахождение площади поверхности и объемов геометрических фигур. Давайте вспомним некоторые наши формулы. Площадь полной поверхности пирамиды у нас вычисляется по формуле, как площадь основания плюс площадь боковой поверхности пирамиды. А объем пирамиды вычисляется по формуле 1/3, умноженная на площадь основания, умноженная на высоту. У призмы площадь полной поверхности вычисляется по формуле как 2, умноженная на площадь основания плюс площадь боковой поверхности призмы. А объем вычисляется как площадь основания, умноженная на высоту. У параллелепипеда площадь полной поверхности вычисляется как 2, умноженная на площадь основания, плюс площадь боковой поверхности. А объем вычисляется по формуле. Площадь основания, умноженная на высоту. У куба площадь полной поверхности вычисляется по формуле 6а в квадрате, а диаметр вычисляется по формуле как а корень из 3, а объем вычисляется по формуле а в кубе, где а у нас ребро куба. Площадь боковой поверхности конуса вычисляется по формуле πr умноженное на l, где l у нас образующий, а площадь основания вычисляется как πr в квадрате. Площадь полной поверхности конуса вычисляется как сумма площади боковой поверхности и площади основания, то есть πr в квадрате плюс πrl. Объем конуса вычисляется как 1/3 πr в квадрат умноженное на h. Площадь цилиндра, площадь полной боковой поверхности цилиндра вычисляется по формуле 2πr умноженное на h, где h у нас высота. Площадь основания вычисляется по формуле πr в квадрате, а площадь полной поверхности вычисляется по формуле 2πrh плюс 2πr в квадрате. Объем цилиндра вычисляется по формуле πr в квадрат умноженное на h. Давайте теперь рассмотрим некоторые задачи. Задача первая. В правильной четырехугольной призме площадь основания 144 сантиметра квадратных, а высота у нас 14 сантиметров. Найдите диагональ призмы. Посмотрим на нашу фигуру. Нам требуется найти B1D, что является диагоналем нашей призмы. Площадь основания у нас, так как у нас призма правильная четырехугольная, то есть основание у нас является квадратом. Тогда его можно вычислить как а в квадрате. Значит, а у нас будет равен корень квадратный от площади основания. То есть она равна корню квадратному от 144. И это у нас равно 12 сантиметрам. Длина диагонали основания по теореме Пифагора можно вычислить как D1 равная а корень квадратный от а квадрат плюс а в квадрате. Это, если смотреть на изображение, это отрезок у нас BD. Диаметр нашей призмы можно также, воспользовавшись теоремой Пифагора, вычислить по формуле. D у нас будет равен корень квадратный от D1 в квадрате плюс h в квадрате. Здесь важно помнить, что D1 — это наш BD, а D — это у нас B1 и D. А это у нас равно корень квадратный от 2а в квадрате плюс h в квадрате. А это у нас будет равен корень квадратный от 2 умноженное на 12 в квадрате и умноженное на 14 в квадрате. То есть это равен корень квадратный от 484. То есть оно равно 22. Ответ 22 сантиметра. Давайте рассмотрим вторую задачу. В правильной четырехугольной призме площадь боковой грани равна Q. Найдите площадь диагонального сечения. Так как у нас призма четырехугольная и правильная, то есть это у нас куб. Q у нас будет равен А1 умноженное на АД. А тогда АА1 у нас равен Q, деленное на АД.
Вычислим теперь АС. Так как треугольник АДС у нас будет прямоугольным, при том АД равен ДС, тогда АС будет равен АД корень квадратный от 2. Искомое сечение АА1С1С – это у нас прямоугольник. Тогда его площадь можно вычислить как АС умноженное на А1, то есть длину умножаем на ширину, а это у нас равно АС заменяем на АД, корень квадратный из 2, и умноженное на АА1 мы знаем равно Q, деленное на АД. Подставляем значение. Там можно АД на АД можно сократить, тогда мы получаем окончательный ответ, это Q, корень из 2. И это наш окончательный ответ. Рассмотрим задачу под номером 3. Расстояние между параллельными ребрами прямой призмы равны 2, 3 и 4 сантиметрам. Боковые ребра 5 сантиметров. Найдите боковую поверхность призмы. На графике это у нас изображено. МН у нас 2, НК 3 и МК это у нас 4. А боковое ребро АА1 у нас равно 5 сантиметрам. Периметр треугольника МНК можно вычислить как 2 плюс 3 плюс 4. И это у нас равен 9 сантиметрам. Тогда площадь боковой поверхности можно вычислить по формуле. P умноженное на периметр треугольника МНК умноженное на АА1. Это можно представить следующим образом. Если бы мы данную призму разрезали бы с помощью одной из вершин, то есть, например, АА1, и выпрямили бы, мы получили бы прямоугольник, где длина была бы равна периметру треугольника МНК, а высота была бы АА1. То есть S боковой поверхности будет равен у нас 9 умноженное на 5, то есть 45 сантиметров квадратных. И это наш с вами ответ. Рассмотрим задачу под номером 4. В прямом параллелепипеде стороны основания равны 6 метрам и 8 метрам, образуют угол 30 градусов. Боковое ребро равно 5 метрам. Найдите полную поверхность этого параллелепипеда. Для начала нам нужно выяснить, чему равна площадь основания. Как можно вычислить площадь основания? Для этого опустим высоту из вершины B на сторону AD. Тогда мы получим треугольник BHA, который является прямоугольным. Тогда BH будет равен AB на синус угла противолежащего, то есть синус 30 градусов. А это у нас будет равен 6 умноженное, как мы знаем, синус 30 градусов 1/2, подставляем наше значение, получаем 3 метра. Вычислим площадь основания. Площадь основания можно вычислить как высота, умноженная на основание, на которое она опущена. То есть AD умноженное на BH. А это у нас равно 8 умноженное на 3. И это 24 метра квадратных. Площадь боковой поверхности можно вычислить как 2 умноженное на AB и умноженное на AA1 плюс 2AD умноженное на AA1. А это равно у нас 2 умноженное на 6 умноженное на 5 плюс 2 умноженное на 8 и умноженное на 5. А это у нас 140 метров квадратных. Площадь полной поверхности — это 2 умноженное на площадь основания плюс площадь боковой поверхности. То есть 2 умноженное на 24 плюс 140. А это у нас 188 метров квадратных. И это наш с вами ответ. Рассмотрим задачу под номером 5. Основание пирамиды — прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 сантиметров. Все двугранные углы при основании пирамиды равны 60 градусам. Найдите высоту пирамиды. Если посмотреть на наш график, то двугранный угол — это у нас можно посмотреть как на угол ДМО, оно равно 60 градусам. ДКО тоже 6 градусов и 60 градусов, и ДНО тоже составляет 60 градусов. Нас просят найти высоту пирамиды, то есть ДО отрезок. По теореме о трех перпендикулярах ОК будет перпендикулярен
BC, OM будет перпендикулярен AC, а ON будет перпендикулярен AB. Тогда углы DKO и DMO и DNO по условию у нас равны 60 градусам, линейные углы двухгранных углов. Продолжим. Треугольники DKO, DMO и DNO равны. По катету и острому углу можно понять, что они равны. ОМ тогда, ОК и ОН тоже равны, как соответствующие стороны равных треугольников. Важно помнить, что треугольник АБС у нас прямоугольный по условию. Тогда АБ можно вычислить как по теореме Пифагора, как гипотенузу. То есть АБ у нас будет равен корень квадратный от АС плюс BC в квадрате. А это у нас равно корень квадратный от 6 в квадрате плюс 8 в квадрате. И мы получим ответ 10 сантиметров. Теперь вычислим площадь прямоугольного треугольника. Площадь прямоугольного треугольника ABC вычисляется как 1/2 AC на BC. То есть это равно у нас 1/2 умноженное на 6 и умноженное на 8 равен 24 сантиметра квадратных. Как мы знаем, площадь треугольника можно вычислить по формуле π умноженное на r, где π у нас полупериметр треугольника, а r — радиус вписанной окружности, которая будет касаться у нас данного треугольника в точках как раз m, n и k. Тогда полупериметр, мы знаем, будет равно 8 плюс 6 плюс 10 делен на 2 равен 12, а радиус это тогда вычислим как площадь, деленная на полупериметр. То есть 24 делен на 12, это равно 2 сантиметрам. Треугольник DMO у нас прямоугольный, который изображен на предыдущем графике. H у нас будет вычисляться как DO, а DO у нас равен MO умноженное на тангенс 60 градусов. То есть мы получаем MO у нас R умноженное на корень из 3. То есть оно равно 2 корень из 3 сантиметров. Ответ у нас 2 корень из 3. Давайте рассмотрим шестую задачу. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 7 сантиметрам, а сторона основания 8 сантиметров. Найдите боковое ребро. Давайте посмотрим на наш чертеж. Сторона основания — это AB, которое равно BC, равно CD и AD. То есть все у нас, так как у нас правильный четырехугольник, все стороны равны, и оно равно 8 сантиметрам. Высота пирамиды SO у нас равен 7 сантиметрам. Необходимо найти боковое ребро. Можно найти BS или SC или SD или SA. Давайте для начала вычислим OC. OC у нас будет равен половине диагонали AC, так как у нас правильный четырехугольник. А как можно вычислить AC? AC у нас гипотенуза прямоугольного треугольника ABC, где AB и BC, они равны между собой. Тогда AC можно вычислить как AB корень квадратный из 2. То есть мы получим, это у нас равно будет 1/2 умноженное на AB корень из 2. А это равно 1/2 умноженное, вместо AB подставляем наше значение 8, и умноженное на корень из 2. Конечный итог мы получаем 4 корень из 2 сантиметров. Теперь, так как SOC у нас прямоугольный треугольник, то по теореме Пифагора SC у нас гипотенуза. Его можно вычислить следующим образом. SC у нас будет равен корень квадратный от SO в квадрате плюс OC в квадрате, а это у нас равно корень квадратный от 7 в квадрате плюс 4 корень из 2 в квадрате, а это равно 7 в квадрате — это 49, 4 корень из 2 в квадрате — это будет 16 умноженное на 2. И общий итог у нас получается равным корень из 81, а это равен 9 сантиметрам. И это наш ответ. Боковое ребро нашей правильной четырехугольной пирамиды равно 9 сантиметрам. Рассмотрим седьмую задачу. Осевое сечение цилиндра у нас квадрат, площадь которого равна Q. Найдите площадь основания цилиндра. Осевое сечение у нас всегда дает прямоугольник. Притом одна из сторон всегда равна диагонали,
То есть нас просят найти площадь основания цилиндра. Если А, Б, С, Д, изображенные на графике, это осевое сечение, равно Q, чему будет равен АД? Так как полученная фигура, в условии сказано, что это квадрат, то АД можно вычислить как корень Q. Теперь вычислим диагональ. Диагональ у нас равно АД, значит, радиус у нас будет равен АД, деленное на 2, то есть АД, вместо АД подставляем Q, получаем корень Q, деленное на 2. Мы знаем, как вычисляется площадь основания цилиндра. Это πr в квадрате. То есть мы получаем площадь основания равно πr в квадрате. То есть π умноженное, вместо r подставляем корень q, деленное на 2 в квадрате. А это равно будет πq, деленное на 4. Ответ у нас p умноженное на q, деленное на 4. Рассмотрим задачу под номером 8. Три латунных куба с ребрами 3 см, 4 см и 5 см переплавлены в один куб. Найдите ребро у этого куба. Посмотрим на график. У нас были маленькие 3 куба латунных. Да? У каждого из них были ребра 3 см, 4 и 5 см кубики. Мы их переплавили и получили большой куб. Нужно вычислить его ребро. Как мы знаем, объем куба вычисляется по формуле А в кубе. То есть объем первого куба у нас будет равен 3 в кубе, а это 27 сантиметров кубических. Аналогично вычислим и вторую, и третью, то есть В2 у нас будет равен 4 в кубе, то есть 64, а объем третьего кубика у нас будет равен 5 в кубе, то есть 125 сантиметров кубических. Их переплавили, то есть мы получили объем куба большого. Если все объем куба нашего большого будет равен сумме этих вот объемов кубов маленьких латунных. То есть объем куба у нас будет равен 27 плюс 64 плюс 125. Это 216 сантиметров кубических. Тогда, так как объем большого куба точно так же был бы равен А в кубе, то есть А тогда будет корень кубический из В. То есть это равно корень кубический из 216. То есть это равно 6 сантиметрам. Ответ у нас 6 сантиметров. Задача номер 9. Металлический куб имеет внешнее ребро 10,2 сантиметра и массу 514,15 грамма. Толщина стенок равна 0,1 сантиметра. Найдите плотность металла, из которого сделан куб. То есть куб у нас внутри холостой, пустой. Толщина стенок у нас составляет 0,1 сантиметра. Для решения данной задачи давайте для начала выясним, чему равно ребро внутренней пустоты. Ребро внутренней пустоты будет равен ребро внешнего минус 2 умноженное на толщину стенок, потому что у нас есть толщина стенок и справа, и слева. Тогда мы получаем, что ребро внутренней пустоты куба равен 10 сантиметров. Чтобы выяснить объем нашего куба, исключая внутреннюю пустоту, для этого необходимо сначала вычислить объем внешнего куба, который включает пустоту, и объем куба внутренней пустоты. То есть В1 у нас объем куба, включающий внутреннюю пустоту, В2 объем куба внутренней пустоты. Это у нас будет равен А1 в кубе минус А2 в кубе. А это равно у нас 10,2 в кубе минус 10 в кубе. И это равно у нас 61,208 сантиметра кубических. Чтобы вычислить плотность, необходимо массу поделить на объем. Масса у нас составляет 514,15 грамма, а объем составляет 61,208 грамма. Тогда, если мы поделим их, получим приближенный ответ 8,4 грамма на сантиметр кубический. Ответ у нас 8,4 грамма на сантиметр кубический. Рассмотрим задачу под номером 10. В прямом параллелепипеде стороны основания у нас составляют 2 корень из 2 сантиметра и 5 сантиметров, а угол между ними образует 45 градусов. Меньшая диагональ параллелепипеда равна 7 сантиметрам.
необходимо найти его объем. Посмотрим на график. АБ у нас одна из сторон параллелепипеда, 2 корень из 2. АH — другая сторона, которая равна 5 сантиметрам. Угол между ними 45 градусов. Меньшая диагональ параллелепипеда у нас — это будет BD1 или DB1, то есть оно равно 7 сантиметрам. Необходимо найти его объем. Давайте для начала вычислим площадь основания. Площадь основания параллелепипеда можно вычислить как AB умноженное на синус угла между ними. То есть в нашем случае AB умноженное на AD и умноженное на синус 45 градусов. AB у нас это 2 умноженное корень из 2, умноженное AD у нас 5 и умноженное синус 45 градусов это корень из 2 на 2. А это у нас будет равен 10 сантиметрам квадратным. В треугольнике ABD по теореме косинусов можно вычислить BD. BD будет равен AB в квадрате плюс AD в квадрате минус 2AB умноженное на AD и умноженное на косинус угла между ними, то есть 45 градусов. А это у нас равно будет корень квадратный от 8 плюс 25 минус 2 умноженное на 2 корень из 2 и умноженное на 5 и умноженное на косинус 45 градусов, это корень из 2 на 2. И это окончательно даст нам ответ корень из 13 сантиметров. В прямоугольном треугольнике BD1 у нас равен 7 сантиметрам, так как она является меньшей диагональю нашего параллелепипеда. А DD1 можно вычислить, воспользовавшись теоремой Пифагора, так как у нас треугольник данный прямоугольный. То есть DD1 будет равен корень квадратный от BD1 в квадрате минус BD в квадрате. А это равно 7 в квадрате, а BD у нас равно корень из 13, а в квадрат даст просто 13. И ответ мы получим 6 сантиметров. Теперь найдем объем параллелепипеда. Объем параллелепипеда вычисляется как площадь основания на его высоту. DD1 у нас как раз является высотой. Подставим значение, мы получим 10 умноженное на 6, то есть 60 сантиметров кубических. И это наш с вами ответ. Рассмотрим 11-ю задачу. Основание пирамиды — прямоугольник со сторонами 9 метров и 12 метров. Все боковые ребра равны 12,5 метров. Найдите объем пирамиды. Треугольник АЦБ у нас прямоугольный, так как АДЦБ у нас прямоугольник. Найдем АО. АО у нас составляет 1/2 от АЦ. А АЦ у нас можно вычислить по теореме Пифагора, то есть мы получим тогда 1/2 умноженное на корень квадратный от АБ в квадрате плюс БЦ в квадрате. И это у нас равно 1/2. Вместо АБ подставляем наше значение 12 в квадрате. Вместо БЦ подставляем 9 в квадрате. А это у нас равен 1/2 от корень квадратный от 225. А это равно 1/2 умноженное на 15. То есть мы получим окончательный ответ 7,5 метра. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Мы с вами повторили формулу вычисления площади поверхности и объемов многогранников, цилиндра и конуса, а также решали разные задачи, в том числе встречающиеся на практике, в окружающей жизни, на нахождение площади поверхности и объемов геометрических фигур. На этом мы подходим к концу нашего урока. Но, как я уже говорил, данных задач недостаточно для полного закрепления всего материала. Поэтому необходимо прорешать еще больше практических задач вместе со своим учителем. Спасибо за внимание. До новых встреч!